бьется, трепещет, стучит и болит. Как реагирует сердце человека на внешние и внутренние воздействия. Что необходимо для бесперебойной работы сердечного мотора. Обсудим в эфире программы «Звоните доктору». Доктор ответит на все ваши вопросы. В студии главный врач Самарского кардиодиспансера Дмитрий Кузнецов. Программа «Звоните доктору». Смотрите 14 ноября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Телефон прямого эфира 8 846 202 11 22.